Приветствую, друзья. Чтобы быть счастливым, нужно уметь глубоко сосредотачиваться и быстро переключаться. А глубоко сосредотачиваться мы можем только в любимом деле. Потому что иначе у нас там происходят, как говорится, всякие взрывы нервной системы, ошибки, мы утомляемся и прочее, прочее, прочее. Вот. А вот чем больше любимых дел, тем мы легче переключаемся. И поэтому получается, что опора в жизни – это много любимых дел. Это опора в жизни для здоровья и счастья. Вот великий физик Ландау говорил так, что счастье – это любимое дело, любовь и общение. А у меня своя формула счастья, которая до изумления тоже проста. Хорошо, когда ты занимаешься любимым делом, а тебе еще за это деньги платят. Потому что человек – это не просто душа, как говорится, но еще и тело. А тело требует света, пищи, свежего воздуха, тепла, одеяла, дома и так далее. Идеальное эмоциональное состояние – это любовь, в котором все окрашивается божественным светом, и ты готов дарить безоглядно. А несчастная любовь или утрата – это стресс. Это высокое напряжение. Почему? В этом напряжении, в котором подскакивает адреналин, как мобилизатор, там большая скорость перебора решений с поиском ответа на вопрос «как быть?». Да. Здесь может возникать проблема зависание. И ты никак не можешь переключиться, а ты завис. Ты поэтому несчастен, поэтому ты в утрате. Ты никак не можешь прийти в себя, плохо спишь там, не можешь общаться и так далее. Но это очень опасное дело, зависание. Ну, как в компьютере. И вот здесь вот возникает важный вопрос, что для того, чтобы освободиться от зависания, нужно как раз-таки научиться нулевому состоянию. А вот нулевое состояние – это состояние, где как раз-таки нет страха, где нет, поэтому нету боли, и там поэтому нет шаблонов мышления, нет подражания авторитетам. Это безмятежность. Это состояние общения с вечностью, можно так сказать. Это безмятежное состояние, в котором вместо адреналина, там может уже включаться эндорфиноподобные вещества для восстановления нервной системы, организма, для того, чтобы вы восстановились, стали здоровыми, и потом можете оттуда переходить в поток, то есть когда задумываетесь над проблемой, которая вас волнует, которая сопровождает вот эта нирвана, о которой я сказал. И вот там происходит как раз-таки отсечение от того, что вы думаете, всяких страхов, шаблонов мышления, и вы мыслите свободно. Вам там помогает природа. Так вот, это вот быстрое переключение между напряжением и расслаблением включает этот эндорфин и подобные ему гормоны, которые являются для нашего организма гормонами омоложение, гормонами бодрости, силы юности, здоровья, прогресса, перспектив, видения за горизонтом. Ну, такое прекрасное состояние. И вот оказывается, оно как раз-таки, это безмятежность, в которой мы восстанавливаемся. Мы там как раз-таки чувствуем и различаем, и научаемся различать черное от белого, добро и зло, вот это вот радость, когда ты хочешь дарить, и когда ты в стрессе, ты закрыт, потому что у тебя эгоизм, потому что твое тело требует от тебя сужения сознания, такого мышления туннельного, потому что ты в стрессе, тебе не до ничего. И вот поэтому вот этот момент быстрого переключения, когда у тебя много любимых дел, о чем мы всегда и говорим в нашей школе «Человек будущего Homo Futurus», открывайте у себя способности, открывайте способности. И как раз-таки
Я все время показываю вот этот учебник физкультуры для 10-11 классов профессора Матвеева, где мы как раз-таки подбором приемов, путем их перебора, адекватных текущему состоянию в моменте, отключаем вот этот вот адреналин лишний, выходим из зависания и переходим на состояние легкости, безмятежности. И вот это состояние, почему я его придумал в Центре подготовки космонавтов, потому что у меня была задача, как моделировать состояние невесомости у космонавтов в земных условиях. Так вот, счастлив человек в состоянии любви, когда все окрашивается в божественном свете, а для тела это состояние невесомости, о чем мы еще поговорим. Но мир сегодня на переломе. Мы все одинаковые по природе, но часто мы друг друга не слышим. Мы и себя плохо слышим. Потому что, чтобы слышать искренне именно себя, почему ты принимаешь то или иное решение, чтобы быть таким искренним перед собой, надо большое мужество. Этого мы тоже учим. 8 миллиардов человек сегодня в неопределенности. Это значит, что они все, 8 миллиардов, так или иначе находятся в состоянии перенапряжения. Много об этих перенапряжений возможно. Это вызывает утомление, это вызывает болезни, внушаемость, потому что кто появляется более авторитетный и начинает говорить, как делать, то инстинкт подражательности у нас так работает, что нам кажется, раз он говорит уверенно, значит он знает, как надо делать. На самом деле, если люди уверены, сами по себе это патология. Если вам вдруг уверенно начнут говорить, что Земля квадратная, вы тоже начнете задумываться, если это так говорится уверенно и приводится сотни аргументов. Под любую мысль можно подвести тысячи аргументов. Потому что, как говорил мой друг Сергей Чернышов, в горсти земли вся таблица Менделеева. На что ты настроен, ты то и увидишь. Итак, друзья, поскольку 8 миллиардов человек находится в неопределенности, представьте себе, мир сегодня на переломе. В этой неопределенности, все в напряжении. Поэтому нам надо всем учиться нулевому состоянию, чтобы выходить из состояния безмятежности, там, чтобы клетки мозга получали достаточно кислород, чтобы у нас включался вместо адреналина еще и эндорфин, чтобы это пришло в баланс, как говорится, янь и инь. Да, и вот эти вот процессы психофизиологического порядка, напряжения и расслабления, чтобы были в гармонии. Это мы и учим в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, иначе говоря, школа человечности. Потому что мы там даем шкалу стресса, это индикатор напряжения, который помогает нам быстро понимать, в каком состоянии мы находимся в моменте. И потом в любых условиях, по новым приемам, которые я каждый раз выдаю, и скоро у нас будет еще один вебинар. А чем они отличаются? С большей дотошностью я готов отвечать на волнующие вас вопросы. Но вы поэтому готовьте свои зумы, а там, когда мы открываем эту открытую трансляцию, мы выдаем там ссылку, как выйти к нам в Zoom. Готовьте свои вопросы каждый день. Каждый день готовьте вопросы, потому что я буду вам давать развернутые ответы, которые в одном коротком ролике так не скажешь. И то я уже сказал, сейчас очень компактно и очень много, потому что вот это состояние безвремения, бесконечности, невесомости. И это время, где нету там страха, комплексов, стереотипов, подражания авторитетам, где открывается наша человечность и происходит восстановление нервных клеток. Будда в свое время назвал нирваной, вероятно. Тесла, вероятно, и назвал это встречей с Абсолютом. Моисей с этим встречался. Христос встречался, видимо, и Магомед. Поэтому, друзья, я вам показываю учебник физкультуры, чтобы вы тоже встречались с этим состоянием легкости, отсутствия страха, безмятежности,
в это состояние, где восстанавливаются нервные клетки. Да, нервные клетки восстанавливаются. Я, например, все время чувствую себя моложе, 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 когда занимаюсь любимым делом. А их у меня много. Я тот живой пример, который вам показывает, что только на стыке различных дел открываются открытия и делаются изобретения. Поэтому учебник физкультуры – это у нас не просто учебник физкультуры, а методика, которая там есть, она учит человеку быть здоровым и заниматься развитием не только творческого мышления в различных направлениях деятельности, не только искать наиболее простое решение сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей, но и создавать новое, то есть развивать изобретательское мышление. Я очень благодарен Валентине Киселевой, с которой мы сотрудничаем, Светлане Аполлоновой, с которой мы сотрудничаем. Я очень благодарен всем нашим участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus. Я вам еще хочу сказать, друзья, мне так много звонят разных людей, больные звонят, которым я помогаю, звонят инвалиды, звонят люди, которые готовятся к экспериментам всяким. У меня сейчас будет там нейролаборатория, где мы будем новые приемы отрабатывать. Это, я вам говорил уже, у нас будет райская группа. Там мы делаем изобретения, и я вам дам вход уже теперь людям, с которым предварительно буду разговаривать перед тем, как туда включить. Я давно обещал, и теперь уже я готов к этому. Я вам хочу сказать, друзья, у меня уже нет времени для того, чтобы каждый раз по разным каналам эти ролики разбрасывать. Подпишитесь на мой канал YouTube, подпишитесь на мой канал Telegram, подпишитесь на мой канал Instagram, канал Одноклассник и канал ВК, Контакт. Везде подпишитесь, где я только есть, где наша школа человек будущего, Homo Futurus, школа человечности. Я тогда не буду тратить время, отвлекаться от помощи людям, чтобы разбрасывать все время, сидеть техническую работу делать. У меня же нету 10 секретарей. Итак, друзья, я через день-два перестану вам посылать эти ролики, вы сами смотрите на моих каналах. Это для меня будет такая помощь. И я буду чувствовать, да, что мы вместе. До встречи, друзья.